Всем привет, меня зовут Оксана Крат, я наставник по продажам и личному бренду, и сегодня я расскажу немножечко про личный бренд. Без личного бренда, без проявленности в соцсетях мастер не сможет стать суперизвестным и зарабатывать много, потому что все-таки вот этот эффект соцсетей, на своем опыте я могу сказать, что это очень работающая история. То есть, ну, я бы не смогла зарабатывать 250 тысяч за свои услуги сейчас, если бы я была неизвестным человеком, да, то есть меня бы не знали. Нужно просто разобраться в себе, какие качества ты хочешь транслировать, и их переложить на сторис. Когда у тебя проблема, как это сделать, просто задай себе вопрос, а как я другим людям рассказываю об этом качестве? Личный бренд – такая очень гибкая история. Когда ты разобрался в себе, ты уже задал себе некие ориентиры, куда идти, что нужно делать, что не нужно делать. И четкая стратегия, наверное, здесь только смутит. У мастеров и так много дел, и так много загруженности. Если они еще начнут стратегии прописывать и прям супер четко им следовать, это вызовет дополнительный стресс. Пусть лучше делают в моменте, да, но понимая, какие моменты о себе нужно рассказать и что нужно показать. Ну, конечно же, мы не можем показывать какую-то супер интимную жизнь, да, хотя у многих это тоже работает. Тут надо понимать, какой вы выбрали tone of voice, какое вы звучание со своей аудиторией выбираете. И если вам ок показывать какую-то интимную часть, ну, показывайте, welcome. Это только привлечет больше охватов, больше хайпа, больше вовлеченности, больше внимания. Все, что вам комфортно, то можно. Все, что вам некомфортно, красная зона для вас, не выкладываем. Мой личный рекорд – это 11 миллионов за 9 дней. Конечно же, там сыграла роль, что был качественный продукт. Но именно 11 миллионов получилось сделать, потому что люди знали, что у меня качественные продукты, что всегда есть результат, всегда классно. И, соответственно, они мне доверяли уже. Ну, то есть вы бы не купили у меня, если бы мне не доверяли. Когда я сменила нишу на наставничество, в первый же месяц ко мне пришли клиенты, известные инструктора, которые сказали: так я знала, что ты крутой специалист, давай я к тебе хочу. Я поставила тогда скромный чек 100 тысяч и подумала еще, это очень много, кто же мне заплатит. В первый месяц я сделала 800 тысяч именно на личном наставничестве, благодаря личному бренду. Ко мне пришли мои старые клиенты. Поэтому личный бренд – это вообще ваша золотая жила. Доверие вообще – это самая ценная валюта, которой вы можете, ну, владеть. Потому что если вам доверяют, люди делают, что вы хотите, люди покупают ваши продукты, несмотря на то, в какой вы сфере работаете. Я была в маникюре, у меня были клиенты. Я стала инструктором, у меня были ученики. Я стала наставником, они за мной ушли. И мне писали, что будешь трусы продавать, мы придем к тебе за трусами. Ну, например, у меня, предположим, с клиентом не случился коннект. Мы начали работать, не случился коннект, и она заявляет о том, что не хочет больше продолжать. И я человеку сама предлагаю сделать перерасчет и вернуть деньги за несостоявшиеся встречи, хотя по договору оферты, она у нас составлена, да, я могу это не делать. Но я честно всегда не отработала все, возвращаю. И, например, транслируя это, я вызываю определенное доверие к себе, что если ты ко мне придешь и тебе не понравится, ты не потеряешь деньги, я тебе их верну. И люди, ну, понимая это, прогреваются тоже, что у меня покупать безопасно. Таким образом, вы должны просто каждый день себя показывать во всех ситуациях, показывать, как вы проявляетесь в них, что вы делаете. От контента зависит цифра твоя в итоге. И я проводила эксперимент, когда у меня были продажи закрытого клуба. В день, когда я продавала, было 60 продаж. В день, когда я сделала выходной, 0 продаж. Почему? Потому что был выходной. Соответственно, когда вы есть, у вас покупают. Когда вас видят, у вас покупают. Вас нет, вас не купят.